Всем привет! Вы находитесь на канале Пресс ТВ, и у нас есть новое шоу. Помимо всяких экспериментов и трюков с презервативами, мы придумали новое шоу – трэш-кино. Такого мы еще не видели ни на западном, ни на русском ютубе. Суть этого шоу в том, что в нем нет логики, и мы снимаем полнейший лютый трэш. Не ищите в этом шоу никакого сценария, никакой актерской игры. Все, что будет происходить на экране, это просто полнейший трэш. Более того, могу вам сказать, что этот фильм был заснят за 2 часа. Здесь мы будем воплощать свои дебильные, ненормальные фантазии. А также пишите свои трэшовые идеи в комментарии по поводу фильмов, и мы, возможно, их заснимем. За 2 часа. Запаситесь попкорном. Здесь просто парни из подтанцовки Дорна. Ну что, садитесь на диваны, запаситесь попкорном. Повторюсь, здесь будут полнейшие бредовые идеи. Никакого смысла, никакой логики, никакого офигенного сценария вы тут не найдете. Сплошной трэш. Приятного просмотра. Что происходит? Максим, ты должен отнестись к этому разговору очень серьезно. Я это ты из будущего. На планету нажигается эпидемия. Ровно через 3 дня все это случится. Я подготовил для тебя оружие. Какое оружие? Это твоих даст тебе суперспособности. А главное, исцелять людей. Помоги людям спасти эту планету. У меня есть незаконченные дела. Алло, Серег, слышь, короче, вообще жесть. Я, короче, с телек сюда посмотрел, там вообще какая-то жесть творится. Какой-то чувак, блин, какой-то вейп. Приезжай, слышь, блин. Что случилось? Вообще жесть. Короче, какой-то батерей. Понимаешь, проект проходит. Человек, быстрее, быстрее. Понимаешь, что случилось-то? Вообще жесть. Ты можешь нормально объяснить, что случилось? Да что это? Какая-то. Что это? Да не знаю я. Пошли, короче, у меня в другой комнате там счетчик стоит. Пошли, я тебе какой счетчик? Ты что ты несешь? Вот, видишь цифры? Что это за цифра? Я не знаю, еще какой-то чувак. Через телевизор? Да. Тебе в больницу надо вроде бы. Пошли, короче. Куда, в больницу? Да, да. Прикинь, что за бред вообще? Что он сказал? Что это? Я не знаю даже. Что это? Серёг, смотри, сейчас что-нибудь попробую. Максим! Нет, Максим! Максим, ты чего? Блин, логист. Что это за херня, блин, я не знаю. Цел? Да, да, все нормально. Выкинь эту штуку. Не, я не выкину. Почему? Я буду называться вейп-мен. Короче, я должен узнать, для чего это и что это за счетчик вообще. Пошли. Пойдем. Стояли. Они
повсюду. Они не понимают, что животные друзья наши меньшие. А друзья не едят. Ну ничего. Скоро все станут веганами. Ненавижу вес. Ненавижу! Максим, осталось мало времени. Я знаю, всего лишь один день. Надо тренироваться. Вот и закончился наш первый короткометражный фильм. Дальше будет только интереснее. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые трешовые фильмы. Всем удачи, пока! Что ты сделал? Я просто дунул. Я буду называться Vape Man. Давай. Надо идти тренироваться. Что за пиздец? Серега, прикинь, там на счетчике один день остался. Да чё ты? Максим, осталось мало времени. Да я знаю. Чё будем делать? Да чё ты заебал? Вейп у тебя? На данный момент нет. Ели бы лучше мясо наше дело. Чё ты встал-то, блядь? Что ты чё встал? Он встал. Ой, а чё ты без эмоций-то бежишь? Точно мясоед? Ну, хотите, проверьте. Блять, ты валют, ты... Мясо! Кусай меня, долбоёб! Ты можешь мясо бережать?